Доброго времени суток, дорогой коллега, с вами Коннова Анна и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И первым делом вы, конечно же, попали ссылочки в свой личный кабинет «Полистать каталог». Тут есть листать каталоги разные. В компании Фаберлик есть очень много различной продукции. В каких-то странах она есть, в каких-то нету, но, в общем-то, вы попали как раз на каталог. Итак, для начала вы можете настроить свою страну. Вы можете выбрать тут свою страну, да, вот смотрите, я кручу. Далее вы можете выбрать свой язык обязательно, да, то есть какой язык вам будет удобнее, на каком языке вы можете и смотреть. Далее, после того, как вы все выбрали, мы с вами заходим в личный кабинет, и нажимаем «Войти». Вводите свой регистрационный номер, ваш регистрационный номер и есть ваш пароль, ваш вход в кабинет. И также вводите свой пароль. Пароль вам приходит на почту и пароль вам приходит на сотовый телефон. Вот. Если вдруг вы забыли свой логин, вы забыли свой пароль, обязательно обращайтесь к человеку, который вас регистрировал, и он вам его или напомнит, или напишет в компанию просьбу, что забыли пароль. Также есть функция «Забыли пароль», когда мы вводим номер своего телефона, и нам отправляется... Да, то есть и нам отправляется на сотовый телефон новый пароль, который нужно дождаться. Он иногда приходит в течение 20 минут. Я свой логин, пароль для входа знаю, и я нажимаю «Войти». Кстати, если вдруг вы захотите заниматься бизнесом, развивать работу через интернет, то вот под этим логином и паролем вы и можете это начать делать. Отпишитесь наставнику и расскажите ему, что вы хотите зарабатывать через интернет. А пока что мы с вами изучим, как зарабатывать на продажах. Нажимаем «Войти». Вот мы очутились в своем личном кабинете. В верхнем правом углу написано... написано все, что нам нужно. А также мы можем с вами обязательно узнать, да, то есть кто наш консультант, кто наш директор, можем им написать, можем позвонить и так далее, да, то есть вот это вот очень важный такой момент, что вы должны знать, где ваш человек находится и как вы с ним можете связаться. Итак, далее что мы с вами делаем? Мы с вами можем во всех соцсетях поделиться каталогом и набрать заказы, рассказать, что вы зарегистрировались в компанию Фаберлик и вы желаете, да, то есть приносить им товар на дом, показывать каталог на дом. И первый наш каталог – это будет наш электронный каталог, с которым мы можем поделиться в соцсетях. У нас тут представлены различные каталоги, и всеми этими каталогами мы с вами можем очень легко делиться по удобной реферальной ссылочке. Итак, мы заходим полистать каталог, и у нас тут с вами есть уже слово «поделиться». В самом-самом низу, когда выгрузится, вы можете поделиться ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, Вайбер, Ватсап, Телеграм и так далее. Да? То есть все, что у вас установлено на компьютере или на телефоне, да, какие соцсети, все везде вы можете делиться. Да? К примеру, я хочу поделиться ВКонтакте каталогом. Я нажимаю «Поделиться», и тут я выбираю «Друзья, подписчики», «Подписчики сообщества» и «Отправить личным сообщением». То есть, если у вас нет своей группы, то «Подписчики сообщества» тут не подходят. «Друзья и подписчики» – этим вы поделитесь на свою страничку, да, то есть на свою страничку поделитесь, а этим вы отправите личным сообщением. И вам дается... выбор, кому вы хотите отправить. Допустим, вы отправляете Катерине Шишкиной и пишете «Привет, привет». Да, к примеру, я зарегистрировалась в Фаберлик. Я зарегистрировалась в Фаберлик. Фаберлик. Посмотри каталог. Посмотри каталог. Да, допустим, там может тебе... что-то понравится. Может, тебе что-то понравится. Да, и отправляете. Когда вы нажимаете «Отправить», человек это сообщение уже отправил. И так можно каждому в личку отправить любые каталоги.
Да, давайте с вами посмотрим. То есть следующим каталогом вы никак не поделитесь, потому что еще следующий каталог, действие следующего каталога всегда разное. Каталог длится 3 недели. И самое главное, что нам нужно знать, это чтобы получить максимум подарков, ежекаталожные заказы обязательно, чтобы получить максимум подарков. И обязательно нужно и не только сделать заказ в данном каталоге, но нужно еще и оплатить заказ в данном каталоге. Тогда вам будет начисляться вот такая вот программа Faberlic Club. Обязательно ее изучите. Нажмите сюда и посмотрите. И вы поймете, какое огромное количество подарков вы можете получать. Но об этом уже в следующем видео. Итак, далее вы можете делиться, продавать школьную форму. Вы можете продавать из дома что-то Faberlic, из каталога Flourish, да. И также вы можете продавать продукты хорошего самочувствия, Денос, а это прайс-листы, ну, я, в принципе, ими не пользуюсь, я думаю, что и так все понятно. Вот, в дальнейшем мы вам расскажем, как работать с каталогами, и когда вы уже будете делать заказ, то вы, допустим, вам что-то заказали, и вы уже можете легко набивать заказ, да, к примеру, вам заказали какую-нибудь хорошую тушь. Вы прогружаете каталог и листаете, и ищете на самом деле очень хорошую тушь, которая бы вам понравилась. Также у нас есть чат по продукции в Телеграме, и если вы захотите, мы вас можем туда добавить. Там девочки с утра до вечера круглосуточно дают друг другу советы, что им нравится самим и что они сами себе приобретают. Поэтому вам будет легко и просто выбрать продукцию для своих новых покупателей. И даже если вы плохо знаете продукцию, то обязательно попросите, чтобы вас добавили в данный чат, для того, чтобы вы смогли ознакомиться с любым продуктом, который вас интересует. Да, ну, к примеру, мы с вами давайте посмотрим, да, как мы захотели тушь. Вот, да, вот эта тушь, которая продается, и мы ее нажимаем «Купить». Нажали «Купить», у нас с вами все это дело прогружается, и тут мы уже можем добавить корзинку, да. Также мы можем с вами перейти на страницу товара и посмотреть подробнее о товаре. И также вот она, наша с вами корзинка, да. Мы можем смотреть, много ли там прибавилось продукции. И также можем смотреть, сколько продукции у нас в корзинке тут вот снизу, да. То есть очень удобно. Тут мы можем заказать, допустим, поменять на количество 10. И сразу будем видеть, на какую сумму заказ и на какую сумму баллов заказ. Обязательно обратите внимание на количество баллов в вашей структуре, в вашем заказе, извините, да, если у вас будет 50 тут баллов, то у вас на всю продукцию в следующем периоде, кроме одежды и нижнего белья, будет скидка не 20%, как сейчас, а 26%. Поэтому вот на эти баллы обязательно смотрите. Но еще и нужно знать то, что если вы участвуете в каких-либо акциях, не обязательно в этом каталоге, может быть, каталогов много всяких разных, да, то, допустим, 1 плюс 1 продукт равно большая скидка. Таких акций в компании очень много, то сумма заказов пересчитывается не в этой корзинке, а уже в разделе промо-акции. И также знайте на будущее и всегда-всегда, что если у вас попадается бонус за покупку, то этот бонус за покупку вы легко, я сейчас нажала кнопочку «Продолжить заказ», этот бонус за покупку вы легко найдете вот именно в этом разделе, и его нельзя добавлять из каталога, иначе он придет вам дорого, да, то есть вот тут вот самое классное, закрытые вот эти вот все распродажи, которые вы должны знать. Также у нас с вами есть акции консультанта, вот, также у нас есть акции распродаж, их огромное количество, да, сейчас вот распродажа идет коллекции Валентина Юдашкина, да, и также у нас есть с вами каталоги, которые мы с вами можем заказать. Да, то есть тут нам предлагают каталог Flourish, если вы хотите, вы можете его взять, можете отказаться. Также вы можете взять действующие каталоги, да, можете взять, можете отказаться, как вам захочется, да. И все, что вы меняете в разделе промо при заказе, вам нужно обязательно нажать кнопочку «Применить изменения».
Вот, и смотрите, у нас с вами было 44 балла, а стало 37 баллов, но уменьшилась сумма. Это значит, что у нас с вами сработала скидка. Тушь для ресниц неизменный черный, две туши для ресниц, да, то есть скидкой 55% каждая. И получается, что у нас с вами получилось вместо 220 рублей 170 рублей, и уменьшились баллы из-за того, что сумма заказа тоже уменьшилась. Вот это тоже нужно обязательно знать. А также вы можете легко и просто воспользоваться поисковиком. Да, и допустим, вам хочется узнать, какой ассортимент есть гелей для душа в компании Faberlic. И вы пишете «гель для душа». Гель для душа, нажимаете, и у вас уже прогружается, какие гели для душа тут вот есть, да, то есть вы можете их сортировать всяко-разно, да, то есть вот, и тут тоже очень-очень интересно. Все, смотрите, несколько страничек, есть с афродизаками, есть дорогие, есть подешевле, то есть как вам захочется. Далее, значит, еще какой у нас есть поисковик? У нас есть новинки каталога. Когда вы нажимаете на новинки каталога, то тут выскакивают все новинки действующего и прошлого каталога. То есть это продукция, которая совсем-совсем недавно в компании Faberlic вышла и обновилась. Также вы можете увидеть очень широкий ассортимент продукции, более 5000 наименований. Поэтому смотрите, тут есть макияж для глаз, для губ, для лица. То есть вы можете все это изучить, и все это вы можете почитать очень-очень интересно по сайту, в принципе, вот смотреть. Да, также есть пробные образцы, которые вы можете покупать, да, мини-версии ароматов. Вот, подарочные пакетики, в общем, все-все-все при все есть, если у вас кто-то что-то закажет для кого-то на день рождения, например, да. Далее смотрим функциональное питание, косметика, аппараты Денос, дом, тут есть и посуда, и тапочки домашние, и так далее, да, то есть вы можете все смотреть. Если вдруг вам что-то неизвестно, да, ну, допустим, давайте зайдем макияж для лица, и вы хотите подумать, вот подойдет ли вам вот такой матирующий BB-крем для лица, кислородный баланс. И вы можете его не сразу покупать, а нажать на него и посмотреть на него полнейшую аннотацию. Для чего он нужен, как им пользоваться, как его применять. Посмотреть видеоролик, если он тут есть, да, то есть он есть не все, не везде. И так далее, да, и с чем его можно сочетать для того, чтобы у вас был наилучший результат. Да, и смотрим, то есть сколько он стоит, да, вот наша цена. И также вес 32 грамма, объем 30 миллилитров. И что он делает, да, матирующий и так далее, и так далее. Далее, тут же есть состав, который вы можете почитать, как применять, да, то есть все, вот, все, что вам захочется, вы можете узнать о каждом продукте, да, вот давайте бальзам фиточай. Посмотрим еще, да, и, к примеру, вот интересно, да, что это такое, вы проходите не в купить, а нажимаете на продукт пониже, он у вас прогружается, эта карточка заказа, да, и вы уже смотрите, что это такое, для чего он нужен, как его применять, да, то есть таким вот образом, и смотрите состав, что тут есть, да, то есть это тоже очень-очень, как бы, интересно почитать, посмотреть, поправить свое здоровье и так далее. Ну что ж, с вами была Коннова Анна, интернет проект Faberlic Online. Если у вас остались какие-либо вопросы, то вы можете легко и просто задавать их своему наставнику. Всем удачи, всем отличнейших продаж, всем море заработков я вам желаю. Всем пока-пока.